Привет, друзья! Здравствуйте! Снова на воде. Посмотрим, может, в этот раз лучше удастся открыться. Надеемся. На озере теперь тут так тихо, спокойно. Правда, чуть похолодало, плюс 11. Ночью до плюс 1 будет. Я надеюсь, у меня спальник до плюс 4. Надеюсь, не замерзнем. Ну, расставляемся пока. Потом еще включимся, как расставимся. В этот раз моя очередь готовить ужин. Чего? Да я с камерой, привыкнуть уже пора. То Алексей шашлычком баловал каждый раз. Сегодня я решил приготовить окорочка с картошкой. Темно, я думаю, уже, наверное, ничего и не видно толком. Ну, как готовить начнем, подсветим фонариком. Алексей дрова готовит на ночь. Хотя у нас костры запрещены, на рыбалке я уже говорил, но будем жечь костер в маленькой шашлычнице. Позже разожжем, я что-то разогрелся сейчас прям. Ты? Ну, я тоже? Да. Угу. Ну, там по лесу проваливаешься, бля. Ну, у тебя вот ноги только сегодня как интересно. Если что, я Саш подойду. А, точно. Если что, окорочка в масле. Ну, пойдет уже, в принципе. Ну, масло до хера я налил, чтобы плавали. Такого, что у нас еще не было. Офигенно. Подвешивать вот так. Надо что-то сделать, нам палки какие-то. Надо, знаешь, что сделать? На эту мою лампу, у нее там вкручивается, надо штендер просто такой. Отлично. Ну, так было бы ништяк, да? Над лагерем. И считай, мне вот эта вся не нужна, мне только сама лампа, круг этот нужен. Но. Ну, вот так бы она была, вот, да? Вот так, друзья. Пахнет так вкусно. Картошечка. И у Лёхи сейчас была подергушечка такая короткая. Глядишь, сегодня и теплее стало, да? Мне тоже кажется, у нас теплее.
Не знаю. По идее холоднее должно было к ночи быть. Ты дома так не хаваешь. На фоне луны. Обалденно, тихо так. Мне это открытие больше нравится, чем прошлое. Да-да. Там вообще ноль шансов было. Грязь по реке. Течение. Здесь уже пару тычков было, уже интереснее. Доброе утро всем. Ночь была холодной, 27 февраля все-таки, плюс 3, немного подмерз, но и не могу не похвастаться. Видео в этот раз даже не стал пытаться снимать в темноте вываживание, потому как в прошлый раз ничего не было видно вообще. Небольшой, но есть. Будем надеяться, будет еще. Так, иди-ка сюда, красавчик. Вот такой вот красавец, друзья. Килограмма 3, может, позже потом буду взвешивать. Взвешивать час, наверное, не стоит. Тихо. Давай на телефончик и на статус. На WhatsApp. Хвастаться так хвастаться. Остаться так всем. Но будем оставаться еще ночь. Может, еще чем. Порадуемся чему. Такой вот у нас крутой завтрак, как в лучших домах. Алексей переснаряжается, я хоть поснимаю, а то одному когда неудобно со штатива все показать. Так, я делаю операторскую работу, Алексей, наживку. Снеговичка. Верхний был поп-ап плавающий. Будет приподнимать немножечко кверху. Волосок немного короткий. Ну я, видишь, под эти под маленькие чуть-чуть вязал. Ну вот так нормально. Еще лучше даже. Вот, под
кормочные бойлики на нитке ПВА. Привязывается на крючочек. И должны принести нам еще одну рыбку. Ну, красота. Да, если не такое, не клюнет. Все, пошла в бой. Наживочка свежая. Принеси нам рыбку. Огромную. И русалку. С большими глазами. Думаю, придумай, скажет, я тебе дам большие глаза. Тишина, как ночью, вот одного вытащили, больше пока ничего нету. Но будем ждать. Но другого выбора нету, только ждать. Но. Так, сейчас я постреляю туда чуть-чуть. Так, я, наверное, накидаю бойликов. Они все равно такие. Ну, тоже сладковатые, да, какие-то? Ну, они да, сладковатые, ну, с рыбой, да? Рыбные, да, вон? Угу. Я так понюхал, ну приятно пахнет. Рыбные обычно, блин, воняют. Насколько хватит эти резиночки, неизвестно. Да, у меня быстро, кстати, порвалось. Ну, у меня я так... там, ну, ёж сказал, быстро не порвутся. Да? Говорит, если порвутся, притащишь, говорит. Поменяю, у него есть эти резинки, да? Может, сейчас новые, что это? Надо, блин, кстати, тогда попробовать отремонтировать мою, я даже не знаю, где она. Я думал, у Фокса нету рогаток. Там всякие у него висят, там голову поднимают. И что она стоит? Что она стоит? 20. 20 евро. Охренеть. Идет охота на карпов. Идет охота на чешуйчатых хищников. Утро третьего дня, в общем,
Ночью был мороз минус один. На удочках аж лед. Первый раз так рыбачим. Честно сказать, рано в этом году открылись. Сами в шоке. В этот раз, наверное, скажу, что-то Алексей прям разговорился. Ага. Кстати, вот не реклама, а просто советую. Вот такая карманная вещь. Печка карманная. Горит 12 часов при полной заправке. Прям ее в спальник с собой взял. Она горит при минимальном количестве кислорода. В общем, до сих пор еще теплая. Вчера вечером зажег. Без нее бы я, наверное, задубел при минус один. Офигенная. Фирма Цыпо. Ну, что-то я это, наверное, йорговскую все равно возьму эту. Ну, что-то вся полоска внутри мокрая. А я еще раз у него хочу узнать, как она, не будет внутри мокрая, или если тоже будет мокрая, то смысла нету, да? Ну. Так он мне сказал, что она, ну, как сухая будет, да? Накидка вот эта, да? Да. А сколько она, ты говоришь? Он говорит, 20%. Это сделает. Рабат, ебаный, ебаный. Скидка, да? Поклевок так и не было больше. Жалко, надеялись еще на ночь, но 3 минус 1, наверное. Не хочет, как пуша. Че, кран замерз? Это нам, если туда ехать, это же надо конкретно одежду брать, да, такую? Чтобы не замерзнуть там. Но... Не будешь же постоянно мерзнуть, греться где-то, что-то думать или там. Если замерзнешь, сам надо. Мы все думаем, как вот при минус 30 рыбачить. Вот как ребята в России рыбачат. Офигеть, тут при минус 1 уже трясешься. Из спальника неохота было вылазить. Наш Бодун Хайцунг. А, кстати, видал, эти в интернете продаются? Я уже, кстати, об этой фигне подумывал, да? Она тоже через аккумулятор. Хотя твой гелевый было бы хорошо. Это мата такая, да? Ну, она, я не знаю, она такая метровая. Длиной она, ну, ты можешь ее укорачивать, да? Ну, она тоже длинная, наверное, 2 метра. Как Бодун Хайцунг, да? Вот так вот ты пол поселил в палатке и ее будет тепло давать. Вот сейчас ее многие стелят, короче, дома, да? Когда у кого дома старые, да, чтобы трубки эти все не прокладывают. Mm-hmm. Вот они, короче, ее докладывают. Mm-hmm. И она много места не занимает, эта мата. Надо ее внутрь посмотреть. Даже вот так вот, хотя бы даже под шлявзак ее вниз, да? Под спальник положил. Не подумайте, что Алексей такой горячий парень. Он просто обувь забыл зимнюю.
ничего, так не замерз сильно, да, прям? Нет. Ну как, по крайней мере, ночью было тепло. Так вот то, что вот сейчас с утра, когда встал, да, конечно, в тех моих было мне хорошо. Отлично, даже могу сказать. Ладно, друзья, будем прощаться. Она включена. Ага. Да, лишнее все можно вырезать, без проблем. Всем огромный привет. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Ну, так и не было больше поклевки. Сейчас у нас в 10 стрим. Не стрим, а прямая трансляция последнего видео. Будем общаться сейчас с вами. Заранее спасибо, кто зайдет или зашел уже, да, наверное, будет тогда правильный. Ну, попробуем. Ладненько. Ладно, давайте. До свидания. Всем пока.